Здравствуйте, не могли Здравствуйте. Бы вы представиться? Людмила Михайловна Полубоярцева. Я работаю на предприятии уже 53 года, являюсь председателем профсоюзного комитета и председателем Совета ветеранов. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Добрый день. Хотели бы задать несколько вопросов. Вот сегодня ваш... Секундочку. Угу. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Добрый день. Сегодня здесь, в музее Зальцовка, празднуется юбилей вашей фабрики. Да, вы правы. И сколько и не лет? Только фабрики, 85 лет. 85 лет. Это огромный да. срок. Да, огромная такие... история, и, очевидно же, вам есть о чем рассказать. Мы такие уже мудрые. Но расскажите, пожалуйста, вообще вот основные вехи, которые вот были в истории фабрики, о чем вы могли бы? Ну хорошо. Значит, 1932 год наш комиссариат народного хозяйства решили о том, что за Уралом должна быть фабрика. Это было связано с тем, что уже мясоконсервный комбинат есть, есть кожевенные заводы, то есть вся платформа для того, чтобы было наше предприятие, обувная фабрика, была создана. Поэтому вот в 1932 году ее объявили ударной комсомольской стройкой. И в 1934 году, в декабре месяце, мы уже выпустили первые 400 пар. Вот такое вот начало. Потом второй этап был. У нас это годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 год. За весь период Отечественной войны, 1941 до 1945 года, мы выпустили 6 миллионов пар. То есть работали, не покладая рук, и днем, и ночью. Спали прям у станков, все, потому что нужно было. Задания очень большие, планы очень большие. Надо было обувать всех. Выпускали мы обувь, такую вот, как вам сказать, сапоги. Ботинки, ну как они назывались, тяжелую обувь. Все для войны, все для фронта. Но кроме этого, мы еще и выпускали значит, крепления для лыж, для 22-й дивизии нашей Новосибирской. Вот. И делали еще кинжалы, минометы у нас тоже, вот корпуса для минометов делали. Это вот все в годы войны. После войны сразу значит, надо было нам приступить к восстановлению народного хозяйства. Вот, и мы пошивали обуви. Обувь, которую пошивали мы во все периоды времени. Если вы придете к нам в музей, я вам покажу прямо вот поэтапно. Вот сейчас очень трудно что-либо рассказать, потому что нужно смотреть. Вот, очень много династий было, очень много молодежи было. Самое большое количество работников на предприятии было у нас 2500. Но это было тогда, когда было объединение. Это было 70-е годы. Объединялись обувные фабрики Томска, Барнаула, Бийска, Новосибирска. И создали вот такое вот новосибирское производственное кожевенно-обувное объединение обуви главным предприятием, которое вот был Новосибирский кожевенно-обувной комбинат. В 50-х годах мы создали, объединили все артели, которые были до этого, и у нас появился уже кожевенно-обувной комбинат. Вот такие вот основные этапы. Скажите, пожалуйста, почему именно вот это место было выбрано для того, чтобы построить фабрику? Вы знаете, были подъездные пути от вокзала. Очень удобное место. И была площадка очень удобная. Это же был Зальцовский бор. Мы же там вырубали деревья и все. И поэтому все очень удобно было. И как я уже сказала, что мясоконсервный комбинат рядом с нами были. И кожевенные заводы. То есть все было для того, чтобы строить обувную фабрику. Для низ обуви кожевенное производство. Хромзавод нам давал верх обуви. А мясокомбинат давал сырье, которое мы перерабатывали на наших заводах, а потом выпускали уже в швейно-пошивочный поток. В войну фабрика пополнилась так называемым ленинградским цехом, была проведена эвакуация станков, построили новый цех. Да, в ноябре 1941 года приехал к нам ленинградский цех. Мы его очень долгое время так и называли, второй цех, ленинградский цех. За 14 дней, ребята, мы смогли восстановить то, что они привезли. Крыши не было. А уже поток стоял. Поэтому это большая помощь, во всех отношениях большая помощь. Потому что ленинградцы, вообще это же интеллигенция, да, наших россиян. И поэтому, когда они влились в наше предприятие, мы просто подтягивались для них. Хотя мы тоже не лаптем шиты, но тем не менее, как-то вот у нас такой очень тандем хороший был. Объединились, и очень многие остались после того, как уже ленинградская блокада закончилась, у нас очень многие остались прямо здесь, в Новосибирске, и работали с нами. Ну, на сегодняшний день ни одного не осталось в живых, Царство Небесное. Ну, очень хорошие люди, просто очень.
Такой вопрос. В советское время вы выпускали обувь именно для военной, ну, для военных или для общего населения? Нет, мы после войны уже начали для общего выпускать. Но я вам хочу, знаете, что сказать? В 1942 году Совнархоз дали нам задание о том, что мы должны выпускать детские ботиночки и туфельки для ребятишек. Потому что когда был перелом, коренной перелом в войне, тогда уже сказали, что надо будет чем-то обувать ребятишек. И мы уже стали выпускать эту продукцию. Это уже в годы войны, это был 42-й год. А какими видами обуви именно вы можете похвастаться? Похвастаться? Ну вот 60-е годы были такие женские сапожки из фловерлака такие, знаете, в обтяжечку голенища. Вот эти, потом обувь автески называется, обувь после лыж. В это время очень развивался спорт, и поэтому мы старались идти в ногу, тоже очень могу. И потом были очень интересные у нас лодочки для женщин, очень интересные, такой с удобной колодкой. Вот этим можно гордиться. Мужские сапоги, мужские полуботинки, мы всегда им гордимся, потому что у нас практически эта обувь идет на расхват. Потому что цена демократичная. И все кожаное, и все натуральное. Скажите, пожалуйста, вот наш аэропорт северный, да? Да. Вот он 90-е годы как бы не пережил. Ну, то есть дожил, дотянул там до 2000-х годов, и, в общем-то, его не стало. Да, я вам сейчас объясню. Как вы пережили 90-е годы и вот перестройку всю? Ой, вы знаете, что благодаря нашей команде. Команда была очень сильная, высококвалифицированные специалисты были, и желание было выжить, огромное желание было выжить. Поэтому мы все старались. Были у нас такие моменты, когда шло сокращение, особенно 94-е годы. Как раз на пике, как раз работала и управляющим персоналом, очень трудно было. Но нужно отдать должное. В это время появилась физвалика. Вот. И часть наших рабочих, тоже квалифицированных для того, чтобы они не остались на улице, они начали работать именно там. Поэтому. А потом вернулись к нам тоже, когда не стало. Что вы можете рассказать про именно про свою работу? Ну, если брать главного инженера, то, как говорят, главный инженер – это все. Это все. Ему подчиняется не только производство, но вся энергетика, все обеспечение жизнедеятельность предприятия. Значит, у меня в службе было, когда я работал главным инженером, в подчинении находилось 350 инженерно-технических работников разных специальностей. Это энергетики, и механики, и электрики, и экономисты, и модельеры, и технологи. Но все, которые создавали весь процесс и плюс производство. Поэтому говорит, что более важно для главного инженера. Сложно, но одна из главнейших проблем в Сибири – это обеспечение стабильности предприятия работы в зимних условиях. Потому что у нас были котельная, которая обеспечивает. Мы могли работать в автономном режиме, если даже не будет тепла нигде, мы могли работать до 2 месяцев самостоятельно. Котельная была мощная, мы в сутки, морозные дни, выжигали за сутки 120 тонн угля. Вы можете представить объем какой-то. 120 тонн угля сжигалось тем, чтобы дать пар создать, тепло и прочее. Поэтому вот в этом механический цех был большой, порядка 130 человек. Это по нынешним меркам, это крупный завод. У нас была ремонтная база, 130 человек. Работающих было на предприятии порядка 3500 в то время. А когда объединилось, когда подсоединили нам Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, значит, предприятие находило порядка 5000 человек. Как вы думаете, а почему именно это место выбрали для постройки Корсу? Вот окраина города была. Здесь же конец города был. Здесь лес, был лес. Вот там даже на снимке нету этой снимки. Да вот. Там же лес был, Зайцовский парк. Здесь урубили, прямо выполняли. Поэтому вообще, если по-хорошему говорить, то промышленные предприятия должны были располагаться не в спальной зоне, а за пределами. Поэтому здесь и располагалось оно. Построили. Надо сказать, таких предприятий, как Корс, было построено по этому проекту 4. Свердловске, в Новосибирске, Тбилиси и Кузнецке, Пензенской области. По одному проекту.